Это «Вести утро» Карачаево-Черкесия. В студии Альбина Курачинова-Кенжева. Здравствуйте. Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь с градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, в горах плюс 4-9. Днем плюс 19-24 тепла и местами до плюс 15. В Черкесске кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 22-24. 4 тепла. В Карачаево-Черкесии запустят 3 новых масштабных проекта. В нашей республике заработает карта жителя, карта туриста и скипас на базе карты МИР. В рамках Петербургского международного экономического форума глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и генеральный директор платежной системы МИР Владимир Комлев подписали соглашение о сотрудничестве. Подробнее Светлана Шаганова. В регионе на базе платежной системы МИР появится карта жителя Карачаево-Черкесской республики и карта туриста. Кроме того, согласно соглашению, в республике планируется к запуску процесс по внедрению сервисов безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью оператора платежной системы МИР. Многие ездят в Карачаево-Черкесию. Это прекрасный край, замечательная природа, горнолыжный курорт. Вот чтобы и жителям республики, и туристам, которые, кстати, один из продуктов – это карта туриста, вот, чтобы было пребывание в республике максимально комфортным, удобным и выгодным в том числе. Спасибо большое. Хочу еще раз поблагодарить Рашида Бориспеевича за этот проект. Это популяризация не только безналичных платежей, и в том числе и финансовой грамотности населения. Абсолютно. И здесь я хотел бы вас лично поблагодарить за то сотрудничество, которое сегодня мы с вами вместе реализовываем. И уверен, что с таким прекрасным названием, как МИР, да, я думаю, что у нас все получится. И в ближайшее время мы с вами можем уже будем говорить о тех результатах, которые мы с вами добились. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Еще один масштабный проект, запуск которого объявлен на экономическом форуме – карта туриста Карачаево-Черкесской республики. Он представляет собой механизм по повышению туристической привлекательности региона. Планируется, что туристы смогут регистрировать свои уже имеющиеся карты МИР на специальном портале в качестве карты туриста. Это позволит гостям республики получать от объектов и предприятий туристической отрасли региона различные привилегии, в том числе скидки или кэшбэк за покупки, оплату проживания, питания, туров и так далее. Как было объявлено в рамках подписания соглашения, в ближайшее время будет создана рабочая группа с участием профильных органов власти республики, экспертов платежной системы МИР для формирования дорожной карты по реализации всех проектов. Светлана Шаганова, Вести, Карачаево-Черкесия. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы черкесской редакции. А в 14:30 смотрите «Вести» с Аллой Динаевой. Удачного дня и до встречи в эфире!